Дорогие друзья, сегодня мы находимся с вами в гастрономе Стокман. Мы будем готовить изумительные стейки из лосося с добавлением ароматных приправ. Так, на гарнир мы с вами подадим запеченный болгарский перец и обжаренный лимон. Для того, чтобы нам подготовить стейки, мы возьмем охлажденный лосось, возьмем сушеный базилик, карри, черный молотый перец. Добавим с вами немного морской соли по вкусу и все это оставим на некоторое время мариноваться. Наши стейки с вами уже подмариновались, и напомню, что мы будем готовить с вами на интересном канадском гриле, который позволит нам нашу рыбу приготовить без капельки масла. Легким движением мы отправляем нашу рыбку на гриль и закрываем. Дорогие друзья, ну что, с одной стороны стейк у нас с вами прожарился, переворачиваем. Посмотрите, какой замечательный золотистый колер у нас получился. И вот в этот момент мы с вами начинаем добавлять свежую зелень укропа. Также закладываем болгарский перец. Также мы добавили для гарнировки лимон. Когда мы с вами подпекаем лимон, он у нас приобретает сладковатый вкус. Напоминаю, что мы сегодня готовили замечательный стейк из лосося с добавлением ароматных приправ, карри, сушеного базилика, добавили морскую соль. Ну что, дорогие друзья, открываем, смотрим. Если бы вы слышали этот аромат божественный, легким движением мы выкладываем наш готовый стейк на тарелочку, рядом кладем лучок, украсим с вами помидорками черри, нашим лимончиком. Приятного вам аппетита!